И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы поговорим о Екатерине Глазыриной. Биатлонистка Екатерина Глазырина провела первую гонку после дисквалификации. Она вышла на старт спринта на этапе Кубка России в Тюмени и заняла в итоге 10-е место. Сама биатлонистка невысоко оценила свое выступление в спринте. Для нее это был первый старт после допинговой дисквалификации. Первый старт в этом сезоне, мягко говоря, не удался. Стрельба без ошибок, чего не скажешь про лыжный ход. Очень неожиданно, учитывая контрольную на прошлой неделе. Теперь только вверх, написала биатлонистка в Инстаграме. Напомним, что Екатерина Глазырина была отстранена на 2 года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года были аннулированы. Срок отстранения истек 9 февраля. А мы желаем Екатерине Глазыриной здоровья, позитивного настроя. И пусть она радует своих поклонников новыми яркими выступлениями. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!